Здравствуйте. Бывает такая проблема с загрузкой видео. Иногда он грузится и почему-то останавливается на каком-то там проценте, на 20% или и просто дальше не хочет. Начать возобновить не получается. Вот, допустим, там выбрали какие-то файлы, нажали начать возобновить, и он там не загружает это все, а проценты останавливаются. Так вот, иногда проблема с куки браузера. Чтобы эту проблему решить, необходимо их очистить. Очищать куки браузера можно таким образом. Вот в Chrome заходите сюда в панельку, настройки нажимаете. В настройках вот здесь показать дополнительные настройки. Нажимаете. Нажимаете кнопку настройки контента. И здесь есть кнопка «Куки и данные сайта». Все файлы «Куки и данные сайта». Нажимаете на нее. Вот здесь сверху пишите «Фильтр». То есть начало сайта, начало адреса сайта. «MyFoca». Вот он появился. Отфильтровали. Тут 14 «Куки». Нажимаете «Удалить все показанные файлы «Куки». Готово. После этого вам, возможно, понадобится авторизоваться в системе по новой. Вы можете быть разлогинены. Да. Ну вот. Авторизуетесь. Заходите в раздел «Загрузка видео» и можете дальше продолжать загружать. Проблема должна решиться. По крайней мере, ну, так у двух пользователей была такая проблема, и она решилась путем очистки куки. Так вот, счастливо.